Привет, ребят, меня зовут Рисман. Для начала я вас хотел бы попросить, чтобы вы поставили лайк под это видео, потому что следующее видео по Майнкрафту выйдет сразу после того, как на этом видео наберется 500 лайков. Поэтому обязательно поставьте лайк на это видео. Подпишитесь на мой канал, если вы все еще не подписаны. Подписывайтесь на мои социальные сети. Ну и, короче, на этом все. Приятного просмотра. И мы начинаем наше видео по Майнкрафту, в котором я вам расскажу, как скрафтить и пользоваться айфонами в Майнкрафте. У меня было подобное видео уже на канале. Мод вышел на новую версию. Я решил его переобозреть, потому что, может быть, из вас кто-то не видел это видео или не смотрел. Кстати, напишите в комментариях, каким устройством пользуетесь вы, на базе iOS или на Android. Очень интересно будет почитать. Нет. Так, ну что ж, я взял. У нас, значит, мод добавляет вот столько вот предметов. Вот у меня еще два айфона в руках. Они называются не iPhone, а EUFON. Типа i, типа глаз фон, глаз телефон. Короче, у нас их два. Черный и красный. Красный — это типа супер крутой, типа X. А iPhone — это типа 8. Просто 8, короче. Так, ну что ж, для начала, для того, чтобы этот iPhone работал, необходимо его скрафтить. Крафтится он вот таким вот образом, из таких вот у нас предметов. Это дисплей, это кавер, это core, это battery, это electric wire. Короче, дисплей, вот это вот, значит, корпус, вот это вот ядро, вот это провода и батарея. Так, кавер крафтится вот таким вот образом из железа, из проводков. Черный для второго телефона крафтится из обсидиана. Дисплей крафтится вот так. Red дисплей крафтится вот так. Батарея крафтится вот так. То есть из железа, проводков и редстоуна. Ядро крафтится вот таким вот образом. Опять железо, проводки, редстоун. Так, зря я газировку пил перед видео. У меня воздух выходит. Это ужас просто. Так, потом чип. Вот этот чип скрафтить нельзя. Это читерский чип. Потом сервер. Он вам необходим будет, сервер, для того, чтобы ваш iPhone работал. А он крафтится вот так вот. То есть из булыжника, из редстоуна компаратора и факела. Что-то вообще дешево. И зарядник тоже вот так вот крафтится. Тоже, в принципе, недорого. Так, и Our Powered Phone крафтится точно так же, как обычно. Только здесь еще добавляется чип. А у нас на улице ночи. Давайте включим, пожалуйста, день. Да, во, все, попал. Так, ну что ж, давайте возьмем наш iPhone, подключим его к серверу, который я уже установил. Я его подключил к этому серверу. Так, нет, я возьму новый iPhone, потому что я снимал уже до этого обзор, и у меня вылетел компьютер, вылетело видео. Короче, есть тут небольшой баг, я о нем вам расскажу, и я не знаю, может быть, это потому что я сам с собой пытался тут кое-что делать, либо из-за... О, я думал, сейчас опять вылетит. Так, ну, как видите, я сейчас подключился к серверу. Теперь у меня открылось меню. Если бы я не подключился, у меня бы здесь написано было, что нельзя подключиться, и магазин не был бы доступен. Пошел дождь. Почему все так против того, чтобы я записал видео? Отлично, ясная погода установлена. Берем алмазы. Теперь пополняем баланс нашего телефона. Кликаем вот сюда и пополняем наш баланс. Нажимаем вот это. Все, отлично, 192. И теперь устанавливаем все эти приложения, включая Messages, Notes, Music. Это все надо покупать на этом айфоне. Вы покупаете приложение сообщения. Вы покупаете приложение заметки. То, что в старых Nokia было всегда по умолчанию, даже в новых телефонах, пока что бесплатно, вы все равно это покупаете. Вот, радар. О, ну, смотрите, я могу тут радар сейчас куплю. Куки, кликер, калькулятор. Все, абсолютно все приложения я скупил, которые были доступны именно на этом телефоне. Давайте зайдем. Значит, тут у нас есть настройки. Вы можете переименовать телефон, поставить на него пароль. Я не буду его ставить, потому что это неудобно. И вот, короче, вот так вот. Так, оба. Так, здесь у нас, значит, данные о нашем iPhone. Это, значит, версия iOS 6.3. И кто создатель этого iPhone? Ну, и название тупое, конечно, для него. Так, потом у нас есть что? У нас есть вот эта вот штучка пополнять наш баланс, но она нам не нужна. Так, а как выходить так, чтобы я не... Там, может, настройки... Сейчас, ребятки, сейчас, подождите секундочку. Творческий режим, разное. Переключить перспективу, достижение, приблизить. Подсветка игроков, переключить перспективы. Какие перспективы? Нету перспектив в жизни, нету. Так, инвентарь, игровой процесс, что-то нету. Ладно, придется самому так работать. Тут у нас есть лог действий, то есть что мы делали. Как видите, вот мы покупали все. Потом у нас есть друзья наши. Потом у нас есть данные о подключении к серверу. Вот видите,
сервер действует на 50 блоков в разные стороны, поэтому вы их можете несколько наставить и таким образом подключаться, допустим, к разным серверам. То есть, видите, вот тут вот у нас заканчивается уже раз, к этому подключились. Опа, оба, уже вот видите, 2 из 50, то есть очень близко. И он там IP-адрес еще его написан. Так, далее, у нас есть сообщение, я не буду в сообщениях больше ничего делать, потому что я сам себе отправил сообщение, у меня вылетела игра. Так, там вы можете отправлять игрокам сообщения, переписываться с ними, все, кстати, прекрасно работает на серверах. У меня уже телефон чуть-чуть подсаживается, у меня есть сигнал, он подключен. Давайте, кстати, попробуем подальше отойти, мне интересно, он меняет качество сигнала, нет? Или просто исчезнет эта антенка? Так, о, видите, исчезла антенка, значит, все. iPhone не ловит. Так, вот, появилась. Все, появилась антенка. Теперь мы можем лазить в музыке. Здесь в музыке мы можем воспроизводить различные... Вы можете воспроизводить звуки, звуки музыки, звуки вообще всяких чего только можно звуки. Короче, все существующие звуки в игре Minecraft вы можете как для себя, так и для всех воспроизводить. То есть можно кого-нибудь напугать крипером или так далее. То есть идете такие, так раз подошли, давайте сейчас сделаем вот так вот музыка и звуки, так вот, чтобы я сам слышал. Так, давайте Record Cat, нет, это пластинки. Так, это у нас блоки, смотрите. Господи, у нас Armor Send еще издают звуки. Так, Bad Blaze, Creeper, где? Creeper, надеюсь, игра не вылетит только на ней. Так, Chicken. Во, Creeper. Во. Можно воспроизводить звуки Creeper и кого-нибудь напугать. Во, вот так вот, вот так вот. И все. Короче, вот такими звуками вы можете затроллить ваших друзей, и очень весело это будет, надеюсь. Так, потом вы можете здесь записывать заметочки всякие, допустим, создать заметку, написать, допустим, title mine. Здесь крафт, например, что-нибудь такое, сейф. Все, надеюсь, пожалуйста, не вылети. Все, вышли из заметки, вот у нас есть заметочка теперь. Так, выходим, посмотрим, что у нас еще есть. Paint, вы можете здесь рисовать, вы можете менять цвета. Можете менять, должны менять цвета. Так. Вот, теперь зеленый у вас. Короче, вы можете здесь рисовать, сохранять рисунки, что угодно делать. Это дело ваше. Кстати, у нас телефончик потихонечку садится. Так, потом у нас есть радар, который показывает сущности, которые находятся рядом. А в данном случае, вот здесь справа все написано. Green — это мы, red — это существа, yellow — это предметы, blue — это наша локация. И локейшн, классно. Orange Other Players. Короче, он еще других игроков показывает. И показывает координаты и дистанцию. То есть вот дистанция от меня в 22 блоках. Вот тут где-то есть свинья. Где-то свиньи есть. Где свиньи не вижу. Ну ладно, короче, здесь есть свиньи. Это нам прекрасно показало. И это очень правильно. Так, ну что ж, у нас есть еще игра Кликер. Надо кликать, много кликать. Надо много кликать в этом кликере и потом покупать различные всякие, всякие предметики. Так, ЦПЗ, у меня всего один. Так, ну давайте попробуем его купить. Короче, это обычный кликер, вы можете его покупать. Вот, теперь у меня по 2 дается. По 2 очка дается за клики. Так, давайте накликаем сейчас еще немножечко. Короче, такое вот приложение кликер для вашего телефона. Я не знаю, оно не очень крутое, если честно. Мне не особо оно нравится, но может быть кто-то позалипать хочет, посидеть так, поугарать. Ну, вообще в целом прикольненько. Так. А я что могу теперь сделать? Прайс 1000. Ага, вот оно что. Вот оно что. Нам надо 1000 накликать, тогда я куплю вторую кирку, а мне это делать лень. Поэтому у меня еще телефон садится, давайте его зарядим. Возьмем нашу зарядку, которая, кстати, абсолютно сама не заряжается. Ага, нет, нам нужно, короче, вот сюда вот телефон, а вот сюда вот нам нужно вот так и вот так. И таким образом мы с вами зарядим наш телефон. Сюда. Это сколько тебе надо редстоуна, чувак? Офигеть, это столько ерунда жрет? Просто офигеть.
Вы посмотрите, сколько требуется зарядки. Офигеть. Просто офигеть. Смотрите, сколько предметов требуется для полной зарядки этого телефона. Ладно, мы пока возьмем AirPower. Это iPhone, который славовый такой вот. Опять дождь пошел, я же его только выключил. Так, который вот такой вот у нас. Давайте его подключим сразу к сети. Тут у нас снова надо все покупать. Мы сейчас снова заполним баланс. И у нас, по-моему, тут приложений должно быть больше, если я не ошибаюсь. Так, давайте продадим их. Зайдем и скупим все приложения. Да, у нас тут есть гораздо больше out of money. У меня бабки кончились. Офигеть, это телефон реально для богатых. Так, купим еще. Я забыл. Все, отлично, теперь у меня дофига бабла, теперь я могу все купить. Вот это реально крутой телефон, потому что здесь очень много крутых приложений. Давайте возьмем его, сразу посмотрим. Значит, новые приложения, которые у вас появились, это взрывы. Вы можете создать взрыв, вы можете поджечь что угодно. Допустим, вот в координатах по иксу, давайте в 10 от меня мы... Опа. И где-то здесь взрыв должен был произойти. Вот, да, вот здесь произошел взрыв. Так, давайте еще один такой взрыв. Хочу еще взрыв. Еще хочу взрыв. Так, 10. О, я могу вот так сделать. 20 и не 10 эксплод, давайте 50. Офигеть, вы посмотрите, какой взрыв произошел. Очень круто. То есть вы можете при помощи этого телефона создавать взрывы. Потом у нас есть телепорт. Вы можете телепортнуться куда угодно. Допустим, на Z. Давайте на 10 блоков по Z телепортнемся. Телепорт. О, отлично, видите, я себя телепортнул чуть дальше. Очень круто и очень удобно, я считаю. Так, потом, что у нас есть еще? Magic. Мы можем наносить себя эффекты. Допустим, давать... Так, вот эффект, вот я себе дал эффект скорости. Разные эффекты. Потом у нас есть хилка, вы можете... это я могу управлять собой? А, офигенно. Офигеть, это что за лайфхаки тут подъехали такие? Experience. Ой, я могу себе опыта дать. Захилить себя. Офигенное приложение, просто дает очень много. Так, потом вы можете... Ударить молнией куда-нибудь, выключить, включить дождь, включить грозу, поставить время. Короче, очень много функций в этом телефоне есть. Так, потом у нас что есть? AirPowered. Вы можете управлять своими предметами, зачаровывать их и так далее. Здесь вы можете тоже зачаровывать предметы. Это у нас лошадь, корова, что? А, это вы можете спаунить мухомор. Смотрите, сколько вы можете спаунить при помощи этого телефона. Давайте заспауним гиганта. Офигенно! Можно спаунить гиганта. Так, times a day. То есть вы можете спаунить мобов абсолютно всех. Это очень читерский. Ну да, это телефон сам читерский. Его нельзя просто так скрафтить, потому что, вы видели, ему требуется чип, который нельзя скрафтить самому. Так, эндер дракон. Давайте эндер дракона. Во. Заспауним эндер дракона. И он на месте, да, стоит? А, классно, классно. Вот у нас появился тут эндер-дракон. Надеюсь, он мне не будет сейчас мешать. Так, потом у нас есть свинья, которая показывает мобов, которые рядом. Допустим, хотите, я возьму сейчас и убью дракона, который вот рядом со мной здесь. Ветряной крипер. А, это у меня тут еще один мод стоит. Корова, свинья. Так, вот это все далеко от меня. Так, friendly evil. Вот, эндер-дракон. Я его могу взять... Поджечь. Нельзя поджечь его? Нельзя поджечь его. Почему нельзя поджечь? Так. Evil items. Evil. Давайте подожгем гиганта. И, кстати, мы его можем вообще его даже убить. Я вам скажу. Так. Evil. Возьмем гиганта и мы его убиваем. Kill. Или подкинуть, или так далее. Короче, функций очень много. Все остальное, в принципе, то же самое. Paint, радар и так далее. Вот такой вот суперский телефон. Держит батарейку. Он гораздо лучше, чем обычный. И в целом, вот такой вот замечательный мод. Ну что ж, ребят, кому понравился этот мод, обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, если вы все еще не подписаны. Ну а на этом все. С вами был я, Рисман. Всем удачи, всем пока-пока.